Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Кей. Мы сегодня снова видео на проекте Родина Рольплей, Центральный округ, Муниципалитет Кирилл Путбулове. Не забывайте вводить маник при регистрации. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне. Поэтому, пацаны, вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, сегодня будет необычный видосик, тоже связан с админкой. Я надеюсь, вам это еще не надоело, то, что видосики связаны именно с админкой. Просто обычным игроком я уже снял все, что можно было. И мне сейчас интересно снимать именно контент с админкой. И получается очень даже неплохо. Поэтому, пацаны, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а сегодня я вам покажу очень интересного персонажа. Это получается пацан, который взломал аккаунт своей сестры. И делал на этом аккаунте всякие пакости. Пытался обмануть людей. Оскорблял родителей. И в итоге, как бы, он сам признался, то, что он взломал этот аккаунт своей сестры. И просил меня, чтобы я его не банил. Но что из этого получилось, вы, в принципе, сейчас увидите. Видосик получился длинный, но, пацаны, посмотрите его реально от начала до конца. Я уверен, что вам это понравится. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Минуточку внимания, хочу вам посмотреть очень интересный проект, называется он Rain Roleplay. Это проект, у которого есть все шансы противостоять другим крупным проектам, несмотря на малую активность в группе. Они продолжают работать над модом. На проекте будет полностью изменен город Южный, заменены скины и, самое главное, продуманные действия на ролеплее. Давайте порадуем их. Переходите и подписывайтесь на их группу. Ссылочка будет в описании. За мной Кайл следит. Давай, давай, убей меня, ну. И в КПЗ отлетите оба. Следи, следи дальше. Еще. Подожди пару секунд, пять еще. Да ладно, не плачь, что-то. Все же в порядке, не плачь. Все будет окей. Да, удачи, да. Не плачь. Маме своей передай привет. О, затрагивай на родных, да у меня фрапс есть на 3 дня, хочешь бан получить? Блять, я сейчас фрапсю. Я сейчас фрапсю. Еще, еще, еще. Дай мне забыть прописать. Забыл сказать, у тебя мать умерла. Мать умерла, мать умерла. Подожди, не ставь, не ставь, не ставь, не ставь, не ставь, не ставь, не ставь. Лови 500к. 500к, ну шо ли? Пожалуйста. Бали, я его поставлю за 4 ляма 200, нахуй его ёб. Лови, лови, все. Нет, смотри, смотри, внимание. Тут цены, которые в чате, поставь я. Вы думаете, я не знаю, что это вы черебанулись? Попей. Поставь, поставь, попробуй, я тебе говорю, поставь. Ты дурак, попробуй. Да там маграмм 300 лямов, ты чё, выиграешь? Ты дурак? Это обходка системы 300к. Попробуй, именно за эту цену. Моя ты анаконда. Я знаю, что такое двоичный код, долбоёбы. Попробуй, дебил. Блять, он ебанутый, что ли, нахуй? Ой? Он охуеет, если за такую цену купит. Попробуй, я тебе говорю, попробуй сначала. Какой двоичный код это, блядь, GTA RMP? Попробуй. Вот попробуй поставь. Попробуй. Блять. Что-то не работает, ребят. Что-то не работает. Да вот, мой берите. Без клямов всего-то. Поставь вот это. Ебать. Вот это ставь. Лера, хотя ты не Лера. А если он на фраб записывает, тебе ж бан дадут. Да ну, я же не покупала. До свидания. Стой, скажи, там. Максим, ставь вот это. Я покупаю. Стой, Егор, Егор. Егор, стой. Стой, Егор. Поставь вот это число в продаже машин. Да ёпана. Егор, вот это поставь. Попробуй. 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 Я тебе говорю, попробуй. Это.
Да ты, блядь, не в рот брать. Ты смотреть надо. Сейчас подожди, я с нюсиком закинусь. Понимаешь, если ты купишь, ты купишь любую машину из трех стоящих тут. Дебил, если ты продашь сейчас. Ты тупой? Поставь. Так поставь по угару, блядь. Поставь. Да не за это, дебил. Вот так. Да хули нет, блядь, я смотрите, я не продаю. Хуй брать и ставить, давай, поставь. Ты дебил, блядь, какой нахуй голос. Она поставится за 380 миллионов 500 тысяч. Дебил, это, блядь, обходка системы. Там ставится первое два, чтобы... Да дебил, блядь, чтобы глазку сдавить, сделать, надо два ставить. Помойку нахуй ебаную. Блядь. Вот это ставишь, нахуй. Побыстрее ставишь. Побыстрее, блядь, ставишь. Шурик. А, блядь, Шурик. Чё, ламбу ты купил? Родной, здорово. Вот так поставь вот так. Я ебу, Петь, ты прикинь? До свидания, скажи аккаунт, ты дурачок. Хорошо, спасибо. Вот так поставь. Блять, они меня нахуй посылают, Шурик. Ты сказал же, они так сделают. Ты сказал, сказать, почему они не ставят? Не знаю. Но ты сказал им передать, чтобы они так сделали. Почему они не ставятся? Не знаю, блять, пиздец. Блять, попробуй сам, может, если ты ему скажешь, он поставит. Вот ты сказал мне так сделать, он так не хочет делать. И надо, чтобы ты сам так сделал. Ладно, Игорёш. Я чувствую, они тут... Нахуй, я Лер. Лер, скинь 500к, я спать. Шурик. А, Макс, почём? Куплю колесо за 500к. За 500? Да. Бля, на колесо-то хватает. Кто девственность продает? Он продаст. Девственность аккаунта моей сестры. Прикольно. Я с ней все деньги в казнике проебал. Прикольно. Бля, она завтра зайдет, тебе так переебашь, отвечает. Че завтра? Да не похуй. Завтра встретимся еще. Давайте тут. Я продам девственность. Как еще хуже сделать, короче? У нее есть бронзы, слышь? Игорь. Нет, нема. Хуй там, дальше. Петя, ёбанару. Молодец, Петя, молодец. Петя, блядь, я твой рот ебу, нахуй, стой. Петя, блядь, я на тебя сейчас носу. Я, короче, пароль подобрал от сестры аккаунт. Я ебу. Проходи. Тут все деньги, короче, проебаны, понял, казино, я все проебал. До копейки. А еще я знаю тебе пароль от твоего ВК. Пойду зайду. Петя, ёбаный рот. Петя, блядь, вот так ставь. Ставь вот это число, я покупаю. Алекс, братишка, купи. Петя. Эту ласточку не пожалеешь, прёт охуительно. Стой. Отвечаю. Ну, как хотите, не покупайте. Ставь, я забираю. Напиши раз ещё раз число. Не хочу. Ну, ребят, никому ленточки не нужны. Ленточки, продаю ленточки. Дешево продаю ленточки. Да я не видел просто. У меня чат отчаялся. Вверх отмотай. У меня чат отчаялся. Вверх отмотай. Да я Лера, блядь, нахуй ты палишь. Спокойный, блядь, походи, я тут КамАЗ покупаю, ёбаный бро. Кто Максим, мою машину блядь? Ебушит? На, вы дауны, да? Помойку её нахуй отсюда. Давай ставим за это число. Ставь, заебал. Ну так ты напиши это число. Нахуя?
Напиши. Что репорт написал, падла? Нет. ЖБ на форум, ЖБ на форум. Да нахуй нам не надо. Бан на 15 заберу... дней. Да и хуй с ним, отсидим, блядь, не поправчик. Прикинь, завтра она позвонит по телефону, скажет, какого хуя там забанен. Так, я, короче, решил телепортировать его сюда и, короче, выяснить все как есть, потому что этот игрок говорит то, что он взломал аккаунт сестры, это во-первых, во-вторых, он оскорблял родных, у меня есть фрапс, и в-третьих, он пытается обмануть людей, поэтому давайте сейчас, короче, телепортируем его сюда и зададим ему несколько вопросов, что баним за взлом аккаунта. У меня 0 рублей, взлом аккаунта, в смысле? Ну вы же аккаунт сестры взломали, вы сами это сказали. Это моя родная сестра. IP-то один зарегистрирован. Регистрация IP одно. Ну IP одно, но играть другому человеку нельзя на аккаунте. Быть такого не может. Но это считается за передачу. Ну ты же сам сказал то, что ты взломал этот аккаунт, понимаешь? Это все аккаунты моей сестры, я тебе могу позвонить. Нет, утром позвони, сейчас уже ночь. И ты с ней поговоришь, она тебе расскажет дату регистрации, где зарегистрировать. Ну, это одно, а то, что ты, во-первых, оскорблял людей, родных, у меня есть фрапс, это во-первых. Во-вторых, я за тобой уже час сижу, как ты пытаешься развести людей на авторынке. Почему ты свой аккаунт не сделаешь и не играешь? Так у меня есть свой аккаунт, у меня их два. Ну так, а зачем ты на аккаунт сестры зашел и пытаешься, чтобы ее забанили? Ну, я могу сейчас уже спокойно тебе бан выдать. Да нет, типа, давай, я еще не поиграл нормально. Ну, это понятно, но ты за короткое время уже столько нарушил правил. Я знаю. Слушай. Что мне с тобой делать? Смотри, поменяй фишки. 594 на деньги. Заберем мне деньги. Ты издеваешься. Нет. Просто надо, чтобы у него денег не было. Чтобы там в бане было, ну. У него и так денег нет, у него 3000 на руках осталось. А, блин, банк же еще. Дай с банка сниму, забери с банка. Зачем ты такую бага сестре делаешь, я просто не понимаю. Потому что она уже год сюда не заходит. Я просто пароль подобрал. Я понял, какой у меня пароль. Еще завтра выпадает. Мне трудно вериться, то, что на год не заходила. Короче, ладно, если больше не буду людей намахивать. Не, ну правда, я не хотел намахивать. Я хотел обновить аккаунт и не пополнить его. Да просто, ну, я уже могу тебе за оскорбление родных на 15 дней бан выдать. Ну, я видел, как ты его таранил на машине. У меня... Я за тобой сижу уже насколько долго. Почему ты следишь со мной? Тебе не кажется, что ты... Я сразу понял, что ты позитивный человек просто. Почему, блядь? У меня за тобой уже фрапс идет очень долгое время. У тебя чуйка что ли на людей? Ну я смотрю, ты что-то разводишь, типа, сначала. Я видел, как ты таранил, ну твой друг таранил, а может... Я ему 500 тысяч дал, это махинация, отвечаю. Махинация то, что ты играешь с аккаунта чужого. Ладно, я тебя пока что отпущу, подумаю, что с тобой делать. Я, пацан, не знаю, что с ним делать. Вот серьезно, я не знаю. Это пиздец какой-то. Понимаете... Сейчас время, вот давайте я вам покажу время просто. Блять, 4 утра почти. Я зашел чисто, ну, помочь игрокам. Посидеть чисто, почилить, поотдыхать. И, блять, пацан натыкается на такую хуйню просто, это пиздец, реально. Пацан просто взял аккаунт сестры, говорит, типа, она не играет год на этом аккаунте. Во что я вообще не верю на самом-то деле. Это просто жесть, пацаны. Реально, просто контент на контенте, блядь. Пока что я его банить не буду. Я уже лучше дождусь администраторов нормальных. Спрошу у них насчет этой ситуации. И уже как бы выдам наказание. Потому что, ну, я сейчас в игре один администратор. Я не знаю, типа, как людей наказывать. Я знаю, там ДМ садить туда-сюда. А именно вот такое вот наказание выдать. Я мог бы ему выдать на 30 дней наказание, там, до выяснения. Но пока что я его банить не буду, просто за ним послежу. Итак, я зашел уже, получается, днем на следующий день. И сейчас его нету в сети, этого человека, который взломал аккаунт.
Я пишу, получается, вот, ID, Лера Кул, и ее нету в игре. Я, пацаны, не знаю, честно, какое будет наказание, тем более в офлайне я выдавать наказание не могу. Если он, конечно же, зайдет, я смогу ему выдать наказание. Но так я даже не знаю, какое наказание ему выдать. Я бы выдал ему бан просто, и все бы на 30 дней. Хотя за взлом аккаунта бан дают на, по-моему, 600 дней или на 900 дней, я точно не помню. Я уже спрашивал администратора 4 уровня, и мне он говорил то, что бан выдают на 666 дней, по-моему, за взлом аккаунта. Ну, тем более, у него было очень много нарушений. Он там и таранил людей, он и оскорблял родителей, он и пытался обмануть игроков. Короче, очень много нарушений. И, скорее всего, этот аккаунт просто улетит в бан надолго. Я просто видео скину, получается, главному администратору. И он уже решит, что с ним, в принципе, делать. Ну, так, пацаны, вот такое вот видео получилось. Надеюсь, оно вам понравилось. Да, конечно, оно было длинное. Хотя и так вырезал больше, чем половину. Самое основное я вам показал. Я думаю, вы все поняли, пацаны. Напишите в комментариях, что вы вообще об этом думаете. Напишите, как бы вы поступили на моем месте. Забанили бы его сразу, либо поговорили. Я решил с ним поговорить, в принципе, я все узнал. Ну и, скорее всего, он просто улетит в бан на долгое время и все.